15 часов по городу прокатится специальный библиомобиль, делая остановки в общественных местах. Анапчанам будут раздавать информационные буклеты и программу мероприятий. Открытие же культурной бессонницы состоится в Центральной библиотеке в 18 часов. Ожидается выступление духового оркестра, творческих коллективов, также выставки и экспозиции. А в детско-юношеской библиотеке пройдет настоящий кубанский разгуляй. Ожидается выступление детских коллективов, мастер-классы, чтение стихов, выставки. В это же время подобные программы пройдут абсолютно во всех библиотеках. Отрадно то, что вот с каждым годом, благодаря вот этой акции, мы привлекаем новых любителей чтения и книги, которые становятся нашими волонтерами, помощниками, потом с удовольствием принимают участие как в наших мероприятиях, так и в общегородских. Надеемся, что эта акция позволит обратить внимание многих к книге, потому что это источник информации, который есть и существует, и, я надеюсь, будет существовать на протяжении многих веков. В акции примет участие и краеведческий музей. Там с 19 часов развернутся сразу несколько выставок. Будет организован просмотр документальных фильмов. Кроме того, сотрудники музея проведут для всех желающих экскурсию по памятным местам Анапы.